других отрывках тут написано, что нет разума, нет чувств, нет ничего. И вдруг есть какое-то ощущение, что это исходит от Творца. Такое смирение без условий. Это приходит из того, что... Подождите, сейчас я найду слова. Из того, что ты видишь, что не может такого быть, то, что требует от меня, что хотят от меня. Что-то, то, что вообще не существует в этом мире. Так что мне делать? С одной стороны. А с другой стороны, я должен все-таки, как бы то ни было, идти за каббалистами, и ничего не могу сделать с этим, ведь так они написали. И тогда получается, что я обязан. Я обязан идти за ними, за их словами. И так это происходит, что у меня есть две ступени, постепенно пробуждающиеся и устанавливающиеся, приобретающие форму. И так я прихожу к этому. Это так строится в любом случае, выстраивается. Есть тут также... Тут есть группа большая, в которой люди находятся в разных состояниях, и каждый помогает другому, Творец помогает, так мы продвигаемся.